Сегодня мы будем трудиться с Владиком. Сейчас я его покажу вам. Он за моей спиной уже переодевается. Будем собирать клетку для нашего уголка, для наших попугаев. У нас аквариум мы уже восстановили. Скоро опять у нас появятся черепахи. Вот. А вот для этих... Я не могу назвать их, честно говоря, попугаями. Это, наверное, хрюшки какие-то. Вы только посмотрите. Ну, сделаем для них сегодня такую красоту и покажем вам. С Владюшей сейчас будем трудиться. Владюш, ну что, мы с тобой соберем? Я так понимаю, это легко не будет. Следующий этап. Вставляем доски, кормушки. И будет жесткий номер. Опасный. Пересадка хищников. В общем, палец все равно укусили до крови. Вон они пересели. Сейчас вам покажу. Так у нас получилось. Это апартаменты. Вот милым и рай в шалаше. Четыре часа мучений, но я думаю, дети воскресной школы будут рады. Храни Господь.